Граждане Украины, у которых есть вклады в коммерческих банках, не смогут досрочно забрать свои деньги. Граждане Украины, у которых есть вклады в коммерческих банках, не смогут досрочно забрать свои деньги. Об этом уведомил регулятор, сославшись на закон, принятый Радой месяц назад. Запрет на досрочное закрытие депозитов, по мнению парламентариев, должен сбалансировать интересы банков и их вкладчиков. Правда, финансисты считают, что это ужесточение объясняется проще. Власти опасаются того, что население начнет стихийно забирать средства из банков и нового бесконтрольного ослабления национальной валюты.